Здравствуйте, друзья! Сегодня я решила приготовить мармелад из апельсина. Готовить мармелад я буду из апельсинового сока. У меня упаковка 1 литр сока. Также нам понадобится сахар 200 граммов и агар-агар. 15 граммов агар-агара я высыпаю в сахар и все перемешиваю. Мы перемешали агар с сахаром. Отставляем в сторонку. Берем сотейник. И вливаем в него 1 литр апельсинового сока. В сок высыпаем сахар с агаром. И венчиком все перемешиваем. Нагреваем кастрюлю. И доводим содержимое до закипания, постоянно помешивая венчиком. Также я подготовила форму, куда я буду выливать будущее желе. Форму я выслала целлофановым пакетом. Друзья, сок с сахаром и агаром закипел. Провариваем его, постоянно помешивая 3 минуты на минимальном огне. Содержимое сотейника мы проварили 3 минуты. Выключаем газ. И переливаем жидкость в подготовленную форму. Форму оставляем на столе, даем остыть полностью жидкости и стабилизироваться. Форму в холодильник мы не убираем. Друзья, у меня прошел час, я проверила мармелад, он прекрасно застыл. Сейчас берем доску, накрываем форму и переворачиваем. Сейчас нарезаем мармелад ножом. Нам осталось мармелад обсыпать сахаром. Берем тарелочку, насыпаем сюда сахар и каждый кусочек обваливаем в сахаре. Выкладываем на тарелку. Итак, друзья, у нас получилось 2 тарелочки прекрасного апельсинового мармелада. Готовить его очень просто, получается ароматно и вкусно. Осталось приготовить кофе или чай и наслаждаться этим вкусным мармеладом. Спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал и пока-пока!